Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников. Смотрите писание картин. Антон Калиауэр, король Стефан, холст масла. Данное историческое полотно посвящено венгерскому королю Стефану I святому, крестившему Венгрию в православии. Своей основной задачей правитель считал объединение государств под властью монарха и обращение всей страны к христианству мирным путем. Он издавал законы, обязывающие соблюдать предписания церковной жизни. Стефан был кротким и милосердным главой как государственной, так и церковной власти и усердным молитвенником, помогавшим нищим и больным. На этом портрете монарх поддерживает рукой герб Венгрии, на котором различим двойной крест, появившийся именно при нем. Рядом на столе находится корона святого Стефана, подаренная ему папой римским, и с тех пор венчавшая голову почти всех венгерских королей. Однако, несмотря на парадность изображения, великий основатель венгерской государственности показан скорее не светским владыком, а смиренной слугой Господним, веряющим и себя, и свою страну Всевышнему. Вот такое описание картины «Король Стефан» Антона Калиауэра я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Узнали что-то новое. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».